Вот эта картина. Че ты сама-то? Географический центр Европы. Пиво Говерло. Хорошо освежает. Советую. Говорят, умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Дошел до стоянки, а тут есть несколько палаток и туристов. Да, Коля, Коля, под баянчик чуть-чуть. Ну давай, ну Коля, ты можешь. Покедова, Колька. Молодец, что заехал. Спасибо вам за все. Все, пока. Пока, Колька. Наберу водички в дорогу. Сейчас 6 часов, где-то 15 минут приблизительно. Вот такими машинами с лесу вывозят бревна, дрова. Выезжаю в село Среднее Водяное. Это с этническими румынами. Но у них тоже тут румынский язык. Мы вчера ходили в гости. Он сильно отличается вообще от румынского. Ну, смесь какая-то Украина, русская, румынская. И румынов они не понимают, а румыны их. За лесом поехал. Ну и только выехал с села, как асфальт хороший закончился. Дальше плохой. Дальше все в ямах. О, какая пастущая собачка. Все равно мне этих румынов жалко. Строят они большие дома. Все они по специальностям практически строители. И работают, ну, всегда за границей. В этом году немножко там проблемы. Кто-то уже был за границей. Кто-то сейчас теперь не может выехать из-за войны на работу. Но получается, они почти все время работают за границей. Когда приезжают, делают свои дома, как строители. Еще между собой соревнуются. У кого лучше дом, у кого выше и так далее. Ну, мне их искренне жаль. Интересно, зимуют они? Они ж отапливать такой дом очень дорого. Зимуют они, ну, в каком-нибудь рядышком флигеле, который отапливается. Вот такая судьба у тех, кто хочет такой здоровый дом, а миллионов не имеет. Мне вчера сказали, что эта дорога не доделана. Короче, 3 километра не доделали этой дороги. Понимаете, из-за чего не доделали? Война. Люди вообще работящие, все время работают. Даже в таком дворце эти же хозяева, они слух не имеют. Сами подметают, сами там это, чистенько везде, травку косят. Но лицо дома должно быть красивым. Что там в доме творится, мне не удалось нигде в такой большой дом попасть. Вот, у Миши с Линой жили, это там, можно сказать, один из самых скромных домиков старой постройки. Вот, Миша и Лена, они с Харькова, беженцы. Здесь их приютили и дали бесплатно жилье. Так что спасибо за любое жилье. Раз такое дело, сейчас в Харькове ситуация еще худше стала. С утра 15 градусов тепла. Вот, но я буду все время сегодня в гору подниматься. Где-то сейчас будет один перевальчик небольшой, 120, то есть
150, по-моему, метров. Небольшой. Ну, все равно целый день буду подниматься в гору, где-то 700 с чем-то метров подъема за весь день. А это вот верхняя Водяная. Да, тут есть нижняя, средняя и верхняя. Вот это вот верхняя Водяная. Вот здесь живут уже украинские семьи. Украинская школа здесь. Ну и домики тут. Никто не гонится за несколькими этажами. Все строят. Да, тут старенькие все домики такие. Потому что, видно, одна из первых это была Водяных. Ну, вот один и дом. Более-менее большой. Но, видите, он не пафосный. И новый. То есть, совсем недавно строен. А эти домики вот такие вот. Небольшие, скромные. Мне такие больше нравятся. А там как в музее. Правда, дороги тут нету. Не доделали. Ух ты, павлин там кричит где-то. А люди сами стараются как-то залатать дырки хотя бы возле своего дома. Вот центр города. О, сегодня небо не такое ясное. Есть и тучи. Может, и дождь будет. А у меня сейчас подъем 10%. Кругом лес. Фух. Ну, памятник какому-то пастуху. Ну, подъем в гору. Асфальт хороший. Одно переживаю, что-то облака быстро сгущаются. Ну, мы все перенесем, даже если будет дождь или ливень. Не расклеимся. Перевал 130 метров я преодолел. Теперь спуск. Ой-ой-ой, какие там тучи. Там дождь идет. Хорошо, что мне сейчас в ту сторону ехать будет. А вот здесь я выезжаю на трассу, с которой туда съезжал. И дальше по этой трассе. Ой-ой-ой. Короче, мне от этого не избежать. Они быстрее меня двигаются. За этим бугром речка Тиса. А на той стороне уже Румыния. Еду вдоль границы с Румынией. Ну, сейчас 20 километров проеду и сверну. Уже буду отдаляться от нее. Буду подниматься в горы. Фух. Классно. С утра, лишь бы не было бури. Вон, что меня ждет. Вот эти горы меня ждут. И ждет самая большая гора, Говерла. Тут люди живут и католики, и православные, и баптисты. Разное вероисповедание. Тиса, а там Румыния. Вот так речку тут перебрести, она не глубокая. И уже будешь в Румынии. Румыния, вот она, в 10 метрах. А вот прикордонный столб. Как странно, еду против ветра. Ветер сильно дует в лицо. Прямо сквозняк серьезный. А тучи сверху меня обгоняют в другую сторону. Как это может быть? Там поток воздуха, скорее всего, в другую сторону идет. То есть убежать от них мне не удастся. Ну а здесь забор с колючей проволокой. О. Тут что, был обвал или что? Так нет, тут дом стоит. Вот знак, что обвал.
может тут приключиться. Фу, так что, ага, и он тоже был обвал впереди. Тут дорога плохая. Будивництво дороги еще сюда не дошло. Хотя вот стенку приготовили они. Скорее всего, просто не доделали еще. Потому что вот эти стоят ограничители. Явно, что тут шли работы. Все, а дальше хорошая дорога. Пограничников очень много ходит. Вот эта картина. Че ты сама-то? Сбежала где-то? Да? Вот это село Норыця. После этого села уже границы не будет. Она будет отдаляться, потому что я буду все выше и выше в горы подниматься. Вот это на той стороне, это уже украинское село. Итак, Рахів 19, Яремча 94. Да, сегодня будет и Рахів, и Яремча. Кстати, теперь можно к речке подойти, ноги даже помочить. Тут уже нет границ. Увидел подвесной мостик. Ну как не зайти на него? О, красота. Ну да, раз это уже не приграничная река стала, а ушла вглубь страны, то должно быть соединение между одной стороной и другой. Красота. Дух захватывает. И воздух такой чистый. Асфальт радует. Просто навьё. Похоже, что в прошлом году его закатали. Подготовили к моему приезду. Подъезжаю к какому-то примечательному месту. Это не центр Европы случайно. Не пуп земли. Вот оно. А, нечаянно по дороге встретил. Рахів, центр Европы. Центр Европы. Кто подумал, почти на границе с Румынией у нас центр Европы. Это старая какая-то точка центра Европы. О. Можно ее потрогать. Тут даже монетки, вон что-то по 10 копеек и по 25 положил, который сейчас не в ходу. Главное управление геодезии и картографии при Совете министров СССР. Пункт государственной геодезической сети, имеющий историческую ценность, восстановлен предприятием номер 13 в 1986 году. Охраняется государством. Надо сфотографироваться с пупом земли. Я смотрю, тут какой-то целый комплекс построен. Географический центр Европы. Что-то все закрыто. Ну, наверное, еще рано, конечно. Тут вот какой-то памятничек стоит. О. У меня почему-то здесь на карте вот нарисован, что тут еще какой-то центр есть. Похоже, в этом году с туризмом будет плохо. Тут на дороге предупреждение об обвале. Ну да, близко тут гора. Но красиво. Вот зараза, опять глюканула. Это уже четвертый раз глюканула эта камера.
Так можно что-то интересное не снять. Тут тоже на велосипедах катаются. Детский садик рядом. Разрисованный такой. Я люблю Костылевка. Местная подкова. Изгиб такой реки в виде подковы. Приближаюсь к Рахову. Там надо будет купить кефирчику и пол батона. Смотрите, вот это все бук. Отходы бука. Дрова буковые. Ну, чтобы вы увидели, это не сосна. Видите, это бук, явно видно. 20 я май вам дать. Ага. Чернику покупаю. По 80 гривен такая баночка. Вот. Хорошенькая, хорошенькая, такая свежая. Смотри, такая большая, красивая. О, сочная. Красота какая. Сейчас съем. Mm-hmm. Продавец сказал, что не съешь ее сразу всю, а то запор будет. Пополам надо съесть. Половину утром, половину вечера. Вот. А еще, говорит, зрение улучшает. И иммунитет сильно повышает. А я тут доехал до Рахова. Вот он. Рахив. Бутылка кефира полбатона. Купил на 158 гривен. Это чиабатта с мясами, грибами и булочка. Ну, это с фруктами какими-то. Купил мясную ляжку, конфеты, халва с арахисом, кока-кола, кефир и пиво закарпатское. Все. Пока есть тут супермаркет, я купил и на обед уже. Сейчас. Как обещал, бутылка кефира и две булочки. Все, конечно, классно. Начинает дождь капать. А там, вот, видно, уже нет. Хорошо, что я возле магазина, а не где-то в горах. Сейчас прячусь под навес. С колбасой, сыром. Еще и кукуруза там есть. Какая переменчивая погода. Только что дождь капал. А уже он... Солнце пробивается. А я переоделся. Оделся потеплее, достал плащ. Даже штаны надел. В Рахове есть супермаркет. Может быть, это последнее на моем пути, поэтому я скупился хорошо. Еду дальше. Почта Укртелеком. Центр города. Так, а куда ж мне дальше ехать? Туда чи туда? Пройдусь по подвесному мостику. О, навстречу велосипедист. Выступим. Тут он раскачивается так. Уба! Классно. Тучки есть, но они не грозные. Чуть покапали и все. Дальше пошли. А вот еще один подвесной мостик такой. С низенькими перилцами.
Наснимаю вам красивых мест, чтобы вам захотелось сюда приехать. Билын. Село Билын. Опять мостик. Местный пляж. Даже какой-то вот помост сделали, чтобы заходить. Мягко было. О, ух ты! Красота! А там продолжение дороги. То есть это какой-то брод тут. Брод! Ну что я скажу, тут вода холоднее намного. Не такая ж уж супер ледяная, но холоднее сильно. Так что чем выше буду подниматься, тем она будет все холоднее и холоднее. А здесь асфальт мокрый, дождь только прошел. А уже ясно и солнышко. И тучек почти нету. Это я въезжаю в Квасы. Вот эта речка называется Черная Тиса. Який будиночек. Заброшенный. Дедушка. Ау! Медвежонок тут. Сова. А там бабушка. Ау. После дождя идет испарение большое. И жарко. Парка, вернее. Парка. Гуцульская крафтовая броварня. Ух ты! Лошадь такая. Свинья. Овца и птичка какая-то. Дикая. Гуцульская крафтовая броварня. И тут написано «Слава яйцам». Смотрите, ручка в виде топора гуцульского. Це що, музей у вас? Добрий день. Добрий день. Крафтова броварня. Можна знімати? І ресторан знімається. Оце ось такі напитки тут, да? Крафтове пиво, те, що варимо тут. А яке посоветуєте? Залежно, що ви полюбляєте. Бо тут, як бачите, їх дуже багато є. Там може солодке, світле, темне, напівтемне, таке. Петрос. Та гора, да? Так. Тут лінійка просто. А говерла є? Є, говерла. Доступно. О! Це в нас саме класичне. Все, беру говерло. Давайте говерло. Прикладайте, будь ласка. Пиво говерло. 39 гривень. Вот это крафтовое пиво купил, чтобы выпить прямо на говерле. Специально. Буду нести туда на горбу. Квасы. Художники, где тут живут. А тут водопад.
Я уже разделся, потому что жарко. Но тут тучка опять налетела. Быстро все меняется, то жарко, то прохладно. Тут целую смотровую площадку монтируют для водопада. Смотрите, как развивают туризм. Делают смотровую площадку, и даже вот заезд для инвалида есть. А там впереди опять тучи сгущаются. Вот это фабрика, написано на карте, штучного меха. То есть искусственный мех. Штучный хутор. Тут модные спортивные мотоциклы, чтобы по горам гонять. Очень много молодежи именно на таких спортивных мотоциклах. Тойота. Там еще и поезд ходит. Типа электрички какой-то. Да. Я стою на перепуте. Эта вот трасса идет в объезд. А вот это по прямой на гору Говерла. Так 18 километров до Говерла. Ну, дорога там всего лишь 9 километров. Остальных 9, ну, скорее всего, это будет грунтовка. И причем с большим подъемом. Дорога здесь плохая, сразу говорю. Но мы легких путей же не ищем. Идем сюда. Да, тут дорога, конечно, будет плохая. Встречный ветер. Я, по-моему, вижу уже Говерлу. Она вся в тумане. Вот такая дорога. На ней только на лошадях скакать. Ну или на горных велосипедах. Вот как девочка, например. С двух подвесами. Дальше дорога вообще без асфальта. Просто насыпная. Я думаю, спицы мне пригодятся, запасные. Вот отсюда вижу две горы больших. Вот одна, а вон вторая. Какая из них Говерла? Какая из них выше? Мне, чтобы по нормальному асфальту поехать, правда, в объезд, так выбрал себе дорогу. Коля молодец. Смотрите, как интересно сено сушат. А что если здесь отобедать и покупаться? Вот такое прекрасное место. А покупаться вот здесь. Нос у меня все-таки сгорел. Буду мазать спасателем. Кстати, помогает от ожогов. Итак, сегодняшний мой обед. Пиво закарпатское, заметьте. Горы, река. Все как на самом деле. Я пиво не рекламирую. Я его употребляю. Рис. Это мне Миша с Леной снабдили. Вот. Чиабатта. Это хлебушек такой. Есть у меня соус шашлычный. И курочка. Да, вот это надо доесть, потому что оно помнется совсем. У меня задача покупаться в этом бурном потоке. Хорошо освежает. Советую. Покупался, еду дальше. Добрый день. А яка з цих гор Говерла? Цих гор? Ота чи та? Та.
Так? Угу. Понятно. Дякую. Эта гора, конечно, поближе, но та, по-моему, повыше, потому что она уже в облаках. Дивіться, який мост із брьовен. Є тут місце для відпочинку, вот, і для костра. Зараз півторого. Скоріше всього, я на саму гору не полезу сьогодні. Десь у підножжя попробую заночувати. А потім з утра буду штурмувати саму гору с велосипедом вместе, потому что я буду не буду назад возвращаться, буду перелезу через гору и пойду в другую сторону или поеду, скорее всего больше пойду, потому что там очень высокий подъем. Смотрите, по дороге есть такие места, где можно поставить палатку и отдохнуть возле речки. И укрытие от дождя есть, даже качелька. А тут минеральное джерело есть. А что из него ничего не тече? Что-то минеральное джерело скуксилось. Прекрасная полянка для палаток рядом с рекой. І джерелом, яке не працює. Ще одне джерело. Для ночівки самое главное – це вода і їда. Ну, їда є. І вода є. Техника тут стоит. Короче, они ровняют дорогу. Вот видите, ямы засыпают. Я пошутил, спросил их, что скоро будет тут асфальт. Они сказали, да, через 1,5-2 недели. Шутники, конечно. Так, надеюсь, мне сюда. Ух. Тут еще искусственное озеро есть. И там домики для отдыха. На Говерлу правильно еду? Да. Да? Вот, пожалуйста, место для отдыха. Недалеко от дороги. Тут какие-то тропки есть. Ну, видно, консервы тут ели. Кильку. Мусор накидали. Бутылки. Ух ты, тут тропа такая лесная, классно. То я по такой буду топать сегодня или завтра. Я еще не доехал до своей тропы. Тут в такой глуши еще есть и база відпочинку, база отдыха. Слышите эти звуки? Пасутся коровки. Вот на таких машинах сюда проезжаю. Ой, а я на велосипеде. Гигантские просто. В срезе. Короче, на этом месте написано, что дорога заканчивается. Но тут есть дорога. А я думал, вообще тут тропы будут. Карта не отражает всей действительности. Интересно, дорога разделяется. Туда идет. Но мне написано, что вот сюда мне. А тут что-то перегорожено вообще. И там все заросло. Даже не знаю, что дальше делать.
Да тут траншея вообще выкопана, чтобы туда не лазили. Короче, моя дорога вот она. Тут вообще какой-то знак висит, что туда нельзя. И дальше пешком, потому что все время очень крутой подъем и дорога очень плохая. Сколько мне там осталось? 7-8 километров. Ну, я сегодня полностью подниматься не буду. Хоть один толковый знак. На Говерну. Пошли. До вершины Говерлы мне толкать велосипед 7,6 километра. И подъем будет на 1162 метра. Можно, конечно, было здесь переночевать. Но еще время только 2:30. Немножко протолкаю. А там найду хорошее место для ночевки. Вот такие крутые подъемы. Вон туда же. Уже 3 ручья пота сбежало. А я прошел немного совсем. В общем-то, затея, конечно, так себе. Но это испытание, которое надо пройти. Ох, кошмар. Вот это такой подъем. А говорят, умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Ну и дурак я. Все, я решил 1,5-литровую бутылку воды вылить. На 1,5 килограмма легче будет. Первый ровный участок, маленький ровный участок, где могу хоть велосипед поставить. А так все время его держать надо на тормозах. Дорога, конечно, вот. Смотрите. О. Вот это все вниз. Чтобы понятно, вот горизонт вот так вот. А это вот так. Пум. Дошел до места, до первого места для отдыха. Здесь, правда, воды нету. Следующая вода аж через больше, чем километр еще идти. Тут лавочка есть одна, вторая. Карпатская биосферная заповедник. Смотрите, какие здесь сосны вековые. Неожиданно и карта памяти закончилась. Вот такой здесь есть домик для отдыха. Тут можно и палаточку там поставить за домиком. Но я воду-то вылил, так что иду дальше. Это типа лавочки. У меня получается какой-то велопешеходный поход. Тяжко тянуть наверх. Не только себя, но еще и весь груз. Вот это. Вот это тут. Еще и колы 1,5 литра. Прикиньте, я еще нашел кусок, где можно проехаться. Радость-то какая. Небольшой кусочек. На Говерлу и полонина Гропа. Чи Гропа сыроварня. Это нам по пути. Дорога тут расквашенная. Хорошо, хоть есть тут немножко сбоку что-то. Вот такие тут корешки везде. И деревья упавшие. Сломленные прямо. Тут много навалило. Такое ощущение, что здесь какая-то буря была. Вот как его выкорчивало ветром. Вот тоже дерево рухнуло. Там тоже
Ну, те, что на дорогу падали, их разрезали и в сторону задвинули. Поэтому дорога свободна. Что это за пенек такой? Тут вырублено. Тут надрезано. Для чего это залишили? С каким-то умыслом это сделали. На карте здесь родник нарисован. Есть такой родник. Вот. Не знаю, насколько у него питьевая вода. Но похоже, что можно, наверное, пить с нее. До следующего родника я не доползу, поэтому надо здесь набирать опять воду. Набрал воды, вкусная, хорошая вода. Ну, посмотрел на время и на карту. Мне еще 800 метров пройти, 200 метров подъема, и там будет и лагерь, и родник еще один. Так что выливаю опять эту воду и иду дальше. Смотрите, здесь такое болото было, что бревна постелили. Вот она, Говерла. Я к тебе иду. Вот это я вышел. Тут полянка. Овцы пасутся. Солнышко. И гора как на ладони. Смотрю, бежит водичка. Тут родничок вот есть. Маленький, но родничок. Вот это Говерла. А це рядом Мала Говерла. А я иду пока вот туда. Дошел до стоянки, а тут есть несколько палаток и туристов. Так что я здесь остаюсь. Юра. Коля. Наташа. Наташа. Вас как? Саша зовут. Саша. Почти. Я уже узнал, они с Одессы. Да, мы с Одессы приехали точно. Но вообще родом из Донецка. Из Донецка, да? Понятно. То есть в Одессе вы как переселенцы были? Да, мы в Одессе с 2014 года как переселенцы приехали в Одессу, а сейчас мы опять, когда началось в Одессе, то мы приехали сюда, в Ивано-Франковскую область. Здесь уже живем несколько месяцев. Поэтому решили, раз мы уже возле гор, то чего бы... Не сходить. Правильно. Дым в палатку идет. Топором работаешь? Ну да, почти. Двойной удар. Что это будет? Супчик. Ну, туда всего накидали. Да, как макарон, там будет там... все. Там шашлык, там это все. Без ничего. О, да. Каша с топором. Даже колбаса. Это мой обед. Хлеб, гречка, а это типа колбаса. Заряжается мой смартфон. Пасту с двумя собаками. Большие такие собаки, белые. А эта собака в туалет отошла. В сопилочку играет. Вам 400. 400? А собак сколько? 5. 5? А что то с красным овца? По за красоте. Яка? Ну, красну має свою. Дось... Ну, 10. Ну, нас називають по-нашому, то 10, а так вона виглядає красу свою. А, щоб красива була? Так. Ага, і все? Я думав, яка-то особлива.
главное. Нет, многих нету, но аду третью пизну, море ближе к третьему. А что, сопилка с меди? Да, вона із міну. Бачу. Это просто так для красоты. Не свою должно сказать, а они еще, получается, красят в городе? Глаза красят. Хорошая, хорошая, хорошая. Это группа какая-то? Семья. Семья? Да. Все? Одна фамилия? Да. Какая? Мельник. Мельник? У меня есть знакомый мельник. А сейчас много мельник, самый распространенный на Украине. Понятно. Вот, так что? Ну, вы сходили на Говерну. Да, ветер сильный очень. Ветер, да? Метров 20. Ну, я утром, когда будет тишина, туда с велосипедом поползу. Завтра будет вот так, очень классно. Ну, давайте, да. Счастливо вам. Вам хорошего. Счастливо. Идем за водой. Люди, это сыроварня. Вот здесь получается сыр варят. Огонь тут разводят. А закрыто все вот так вот на гвоздик. Вот он, родник. Фух, козьи тропы.